Блять! Сука! Всем привет, друзья! Это канал Outcast Games! Обосравшийся Outcast Games! О, блять, ты дурень, что ли, совсем, короче, конченый, блять, придурок, откуда ты тут взялся? Фу, сейчас, секундочку. Тварь такая, о! Нормально так подогрел? Фух, короче, это Outcast Games, да, продолжаем мы с вами кис проходить. Фух, как я не ожидал этого, а? Я думал, я уже тут всех перебил. Перебил. Ой, блядь. Там дробовики идут. Блядь. Да мне надо как-то ту хуйню убить. Алло, уйди. Спасибо. Фу. Щупальца какие-то. Так, у нас, скорее всего, возможно, последняя серия. Блин, куда ты? Куда ты? Где ты? Сука, это я зря, да? Да это явно все было зря. Сука. Утя. Да ты откуда, алё? Так, они там что-то бесятся. Один побесился уже. Второй, хочешь побеситься? На, падла паскуда. Хорош, так, спокойно. Это глаза у нас, рот открытый! Два удара этому. Давай сейчас ее этим. Да как так не попадает-то, алё? Уйди, пирожок! Ну ты сука, что ли? На! Да во что я попал, в пирожок, что ли? Что открылось? Кстати, жизни мне бы это... А что такое? А, там огненное дыхание. Это я у кого-то во рту, смотри. Прикольно. Блин, жизни маленькие дают, сука. На! Так, там паскудник стреляет. На, на. Тварь. Кто еще хочет? Что-то здесь прям страшненько как-то, я не знаю. А куда мне идти? За язык подергать? То есть за эту штучку? А что это за штучка вообще, если честно? Как она называется-то во рту-то что? То что? Вот это вот. Когда ты так делаешь, она трясется. Да. Хорош из воздуха появляться. Да, тварь. Успокойся. Так, сейчас что-то будет. И все заново. Да? Где я? Так, есть, завалил эту штуку. Хорошо. Так, у нас там кто-то где-то меня подставил. Так, вот тут я, короче. Короче, смотри. Да, блядь, хотел подпрыгнуть. Почему ты не прыгаешь, алё? Да что ты делаешь? Идиотина, как всегда. А, тут секретка. Ти! Я-то думал. Так. Да, куда? Загружаемся. Потому что, ну а смысл уже? Да ну уйди ты, откуда ты взялось-то? Падла, два штуки. Три! Да серьезно, что ли? Да ты вообще красавчик. Кто мне там... Ах, вы скоты, мешают мне тут пройти. О, привет, а вы что? Что-то поздно. Прям пацаны. Ладно. Жизни вроде есть пока что. Воу! Блядь, забыл про тебя. Дурень. Ржет, падла. Раз, два. Блин, какая она живучая, падла, с пирожками. Не понял. А, вот. Теперь не надо пройти. Ха, сука. Так, а там, короче, этот клоун появляется где-то, да? Как так не по... Там я, получается, не попал, что ли? Так, тут у нас придурки будут сейчас. Давай еще один. Еще один был.
Ну вот он. Эть, хорош. Так, дает трешматрешматрешкин. Успокойся, блядь. Так, а как же мне того клоуна-то ебашить, а? Да успокойтесь, заебали. Тварь, буду сохраняться вот так вот. Где он? Ох ты, тварь. Иди сюда, я сказал. Иди сюда, тварь. Да, хуеть. Так, хорошо, клоун меня, в принципе, почти не трогает. Да, надо быстренько как-то подключать вот это вот. Дай мать его так. Главное не упасть. Главное как-то хилку взять. Оп, и все. Кто? Блять, 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 пацаны, отойдите. Там идиотина большущая. Сука, дробь возьми, сука. Какие кулаки, дебил? Какие нахер кулаки? Ты издеваешься? Там еще один вроде как. Где рожалка-то стоит? А, вот она. На. Сука, твари. Ох ты, падла. Я его не заметил. Сука. Теперь главное не свалиться. Вот теперь самое главное не свалиться здесь. Там кого-то пытают. Вот тебе за что говорил. Сказал не свалиться, значит свалился. Так, ты просто выезжаешь, да? Так, чё ты... Ты, блин, где... Что за текстурки-то? Почему ты, блин, как тормоз? Гитара. Круто. А куда мне плыть? Туда? Вот здесь эти прыжки грёбаные. Сучные прям. Ну куда ты, сука? Как ты меня бесишь с таким управлением-то, идиот? Ну являйся, войди-о! На! Что это? Кто вылез? Вылезли какие-то херни, мне на них надо прыгнуть. Блять. Чувак, можешь нормально ездить, блять? Не попал в него, как? Я ж ракетницей ему прям в ноги выстрелил. Он, сука, читер. Пошел нахер. Ах ты, сука, как он жопой-то успевает выстрелить? Так я так допрыгну или нет? Я, естественно, не знаю. Ага. Кто? Так, а вот это что за херня? Тебя надо убивать или как? Да, можно действительно убить. А где рожалка? Глаз тебе подобью, сука. Да уйдите, блядь! Как меня вот эти вот собаки... Они появляются с воздуха, понятно. И долго вы будете появляться? Чё это? Секундочку. Ай, блядь. Ладно. Да уйдите, заебали вы, чё? Они вообще... Они серьезно или чё? А чё делать? Подожди, а чё делать? Они бесконечно идут. Так, а что мне сделать нужно? Они же идут бесконечно. Охуительный расклад, я вам должен сказать. Нет, так он не допрыгивает. Да вот ты идиот, блядь! Нахуй. Я вот не понял насчет этих собак. Какого хрена они бесконечные? А? Так, давай я вот тут сохранюсь. Я не знаю, почему они бесконечные, что мне нужно сделать. Может, мне гитару расхуярить? Кто там? Привет. Так, а подожди, они появляются, сука, бесконечно. Может, глаз разъебать? Они бесконечно появляются.
Упс, я где-то утонул. Пацаны, я тону, а чё вы не тонете? Мне по крови надо плыть? Классно, я задохнусь так. Ты можешь быстрее? Он очень медленно плывет, если чё. Ночной кошмар! Зло, которое населило эти земли, да, да! Ленче, происходило от этого зародыша тьмы. Бля, и ты сейчас пиздец, стоишь в сердце тьмы, где даже стены жаждают твоей крови. Настал час последнего испытания. Мужайся. Да, мужаюсь, я уже змужился. Змужился прям до изнеможения. Давай быстрее. Настал последнее испытание, мужайся. Да, я уже мужился, давай. Что-нибудь, что делать? Сохраниться нельзя, я так и понял. А вот тут можно. Ха, нельзя. Сука. Это плохо. Ладно, а что с ним делать? Ох ты, тварь. Еще тебе все глаза разъебу. Так, а что делать-то? Я-то понимаю, что они тут все такие модные. Тебя что, въебенить? А ну-ка просыпайся, бледеныш. Я не понял насчет этих глаз. Они так и будут стрелять? Все глаза нужно убить, что ли? Ага. Походу, да. Ой, тут патроны бесконечные, отлично. Так, тогда так можно стрелять. Так, ага. Хорошо, разъебываем все глаза. Сейчас все за глаза возьмем. А там еще их куча, он. Да ты что там не сдох ты? А, ты еще один. Ракетница бесконечная, это хорошо. Плохо, что нельзя сохраниться, вот это вот минус. Так, где там стреляешь? Ты еще жив, и ты еще жив, да? Там вон какие-то шипы стоят, смотри. Так, все. Началось. Началось, сука! Ой, какой ты маленький, привет, инопланетюшка. Так, что тебя ебашить? Просто ебашить и все? Так, а ну-ка отошел от меня, блядь. Ты мне не нравишься. Сразу тебе говорю. Ты где? Идиошка. Ну-ка отошел. Я сейчас тебя, блядь, на носоки пущу. А жизни здесь нет, вот минус. Почему ж ты не попадаешь-то, сука? Ах ты, сука, попал. Блять. Может, тебя с дробовика ебануть? Да он никчемный, блин. Он просто долгий. Хм. Блядь, ну ты дитя прям не кошмарово, блядь. Какого-то цирка, ебать. Где ты там, ублюдок? Вот это и все? Вот это и... А, не, не все. Подожди. Ночных кошмаров из своей пытается затащить тебя в спираль Армагеддона, которая уже схватилась за это дитя порока и не отпустит его. Так, хорошо, еще. Осталось ли у тебя достаточно сил, чтобы справиться с этой агонией? Так, короче, а вот тут он меня не трогает, бежим сразу сюда. У нас тут патроны бесконечные. Или ты будешь меня трогать?
Сука, он какой-то никчемный, он багованный. Он багованный, отвечаю. Смотри, он ничего не делает, не может ничего сделать. Может быть, надо было слева стать, там, наверное, патроны к дробовику были. Ну и ладно. Ой, блядь, кончились патроны. Ну зато тут буду стоять ракетницей вот так шмалять. Упс. Спокойно, чувак. Не дури. Блин, я сейчас не могу даже ничего сказать. Я вам отвечаю просто. Я просто ничего не могу сказать. Он никчемыш. Он абсолютный никчемыш. Ах ты, сука. Попал таки. Да, блин, наперед мне стреляет, скотина. Так, ну-ка, погнали на ту сторону, может, там дробовик есть. Ой, да, тут дробовик и этот. С дробовиком будут получше. Конечно, жизни нет, вот это вот плохо. Эй. Иди сюда. Ха-ха-ха. Блин, это вообще главарь капец. Ой, ебать. Ой, ебать. У него просто жизни много, и все, а так он никчемный. Ну что, ему осталось пару раз въебать. И все. Ну, давай еще раз. Это, походу, еще не конец. Итак, ну? Последний вздох шторма прошел, и тени застыли неподвижно. Дамоклов меч упал, но благодаря твоему мужеству и самоотверженности он прошел мимо горла спящей цели. В этот вечер все знакомые и незнакомые тебе люди стали твоими вечными должниками за спасение их душ. Сети ужаса, распущенные повелителем... То есть это все, да? Теперь всего лишь исчезающая перед рассветом тень. Я ухожу на отдых. Эта усталость навсегда отразится морщинами на моем челе. Теперь карнавал душ будет действовать, как и раньше, потому как ты открыл ему путь добра. В свое время наши раны залечатся и станут лишь шрамами, которые будут вызывать сплетни и легенды у лагерных костров. Аватары, воплощение божества, стихии земли воздают честь вашей помощи и даруют вам звание стражей душ. Проснитесь же от этого кошмарного сна. Теперь мир может спать спокойно, ибо этому кошмару положен конец. Я ожидал какого-то супер-мега-главаря, который там будет такой сложный, прям нереально. А тут он багованный, реально. Там стоишь, вот там, где патроны у тебя, и все, и до свидания. И просто шмаляешь его, и он не может к тебе подойти, не зайти, не ударить, ничего не может. И все пошло, да. А, ну конечно, давайте мне сейчас, блядь, еще этот авторские права всуньте в конце. Ага, конечно. Эй, собачки, ну-ка, блядь, я сейчас забью музыку быстренько, чтобы не слышно было. А эту everyone, да, они начинают теперь нам подражать, все такие клевые. Теперь мы, эти, как их, теперь мы боги, боги, мы боги. Музыки там нет, музыки там нет. YouTube там нет музыки, авторского права нет. Отъебись, блядь, там нету музыки вообще никакой. Минотавр, сука, давай быстрее, ебани, чё. Разбей колонки нахер, я не могу уже ничего говорить. Быстрее, у меня закончились словарные запасы, закончились. Клоун, да что вы, короче, танцуете, дебилоиды, у меня авторское право сейчас может прилететь, придурки-то ебаные. Заебали, быстрее, пузатый, сбей его, что-нибудь, короче, уебаш. Да и ты за вообще, что вы за дебилоиды такие, хорош. Я, блядь, да, короче, рок-н-ролл, быстрее, блядь, пиздуйте отсюда. Мне надо заставку посмотреть, и музыка играет, сука, опять на авторским правом, 100%, я тебе отвечаю. Да, хорош, бля, а, да, блин, заколебали вы, блядь, уже отъебитесь, все, концерт окончен, расходимся, сейчас топор достану, блядь, всех расхерачу. Он кого-то уже подкидывает нормально, блин, давайте быстрее, ёб поймать, надо будет или же зайти. Все, прошел, наконец-то, игрушку эту гребаную скотину, все, тихо, музыка, заткнись. Вот, все, я сколько слов подряд никогда и в жизни не говорил, чтобы так вот постоянно триньте, что-нибудь. Чё это? Треугольник? Чего это? Снайпера? И? Чё ты? Тыкнуть? Не тыкает. Ой, чё это нажал? Всё! До свидания! Чё такое карта игрока?
Не знаю. Все, ребятки, за наконец-то мы прошли с вами эту гребаную игрушку под названием Kiss Psycho Circus The... что-то там Nightmare Child, Дитя ночных кошмаров, псих... цирк психов. Ой, игрушка на самом деле очень сильно плохая. Это так мягко сказать, очень сильно плохая, реально плохая игра. Она, во-первых, очень сильно затянута, как я уже говорил, да. Очень... главари здесь... очень, сука, ну, слабые, ну, это не главари, а вот Минотавр более-менее такой еще был, мог меня завалить, и все. А так, особенно последняя схватка, елки-палки, я там думал, что будет прям мировая схватка, и тут стал в углу, и выхожу, стреляю, потому что он не может ко мне подняться, не может меня там в той нычке ударить, и ничего не может сделать, что за херня, вот это последний главарь такой, вы серьезно? Я в шоке вообще, короче, игрушка никчемная, просто никчемная, просто как-то... очень сильно она однообразная. Вот прям с этими респаунами этих гребаных врагов постоянными. Вот идешь, херак пошли. Можешь было что-то получше как-то придумать, или я не знаю, помощнее каких-то противников, но поменьше. Ну, короче, решили так. Для меня игрушка очень сильно плохо себя показала, очень плохо. Мне это будет самая хреновая игра в прохождении с моего, на моем канале, которую я пока что проходил. Это самая хреновая. И сам, блин, сколько серий получилось? 20, не помню, сколько это, 28 или 9 серия. До хрена серии, во-первых, и такое говнище. В общем, давайте, ребятки, на этом заканчивать уже. Хорош трендеть. Прошли, мать ее нахер, забудем. Наконец-таки о ней. Все, ребятушки, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео, комментируйте, и всем до встречи в следующей игре по списочку, которая у нас там дальше будет, я сам не знаю, сейчас буду смотреть. Всем пока!